До конца года в Тюмени завершат строительство двух детских садов ЖК Новопатрушево и микрорайоне Ямальском-2, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. На полгода раньше срока введен в эксплуатацию сад в Антипино. Он стал 8-м построенным по типовому проекту. Разрабатывается проектная документация на строительство детского сада в Новокомарово. В следующем году новое дошкольное учреждение откроют в микрорайоне Березняковском. Также в планах на 2023 разработать документацию на возведение объектов в районах ЖК «Звездный городок», «Корней» и «Озеро Алибашево».